жақтар отыз әмір аста әперем. Бұл шық, бұл шық естес. Мамес бе? Ал емес. Сәмір, өзді Сәмір, отып тұрч. Әперем әдір. Қарғаштып сауымыз сәмір. Роза, сен мүнті отырсан, қачан табасын, бол сен ертіре кертіре келе, мұна қарасан, мұна бат-баттан үлімді. Келгеніме үш ай болды. Үш айдан бері ене жұмыш қылышымды білбей. Жай жұмыш беріш бетті. Телеканал ба, жемне өзі. Міне, таптыңар? Жоқ, бізді отауысын. Қандай, қандай сен кел өлі біз іздейміз, сен кел өлі тау алшын. Жо, біз ертеден бөрі ұшынты іздеп атса қанан. Кел өліп сен сразы өлі тау алған қандай. Ну что, нашли? Да. Вот они нашли, я над ним работаю. Хорошо. Да, еще, Замир, ты спортивную форму принес? Сегодня у нас футбол, так сказать. А, да, я взял. Да. А я? А что ты? Почему меня не приглашаете? Это ты сейчас серьезно? Ну, да, я серьезно. Ты же девушка. Женщина. А это явно мужской спорт. Что нужно здесь такого мужского, что женщина не может поиграть в футбол? Я хочу играть в футбол. Воу-воу-воу-воу! Ты вот знаешь, в какой позиции будешь играть? А разве там бывают позиции? Ясно. Ладно, все ясно с тобой. И что? Играть будешь? Нет. Жалко, жалко. Ну, Замир, ты не забудь, да? Хорошо. Так, ладно, Андрей, мне пошел это. Онунчи канал? Да. Дим? А, когда мы сделаем что? Ага, ничего не будет трудно сазар. Могу выкин? А, тілеке қаршы азыр сіз менен гендиректі сөйлеш албайды, қолы бұшы ойтады. Ал азыр өтті, важный адам менен сөйлеш отырады. Аха. Ну, бұл незелі бұшы ой қалшы мүмкін. Емне де айтып қойын. А, все, хорошо, аха, меліңіз. Сен неге мен жоқтып қой отасын? Неге жоқтып отасын, емі? Замен, сені жоқтып қойш, мен жұмышым не отасын? Кем, не де отыр? Тоқмақтан вертолет аласын арды, пчал отыр. Вертолет? Вертолет в рассрочку, говорит. Үшін төлі вертолет аласын арбой деп, телефоннан чал өлі емет көсе болу. Ана, базатан сатмақ білі цели. Гілтеген вертолет, ты представь, қиял. Конечно, телефоннан өлі сатқа там. Вертолет. Замир. Даже не думай об этом, ұқтың бол? Емі қарасыңар. Бұл жерді де мен дағы қанча директор болам. Мүмкін үш ай, мүмкін ертең келе келіп, бірде мен өзгеріп салады. Не қалсам кені? Же вертолет сату алып қой өрсем бе? Қолдан келіп тұрғанда. Қайсы Замир, сен жаңағы вертолет сату алған шы деп тарықта қаламда. Замир вертолетчик. Ай, Замир. Даже не думай да там, ұқтың бұл? Ай, ұқтым, ұқтым. Фейн. Қиялачқа, ұшы шарлығын өліп, түні бой ұқтаған жоқ. Не қалдың анам? Аме, айт өтпаймын бұл? Ұшы шарлығы өліп, түні бой ұқтаған жоқ мұл? Еме, Айнура, сен Роман Николаевич берген секретін заданием не олды? Біттіп. Да? Да. Еме, бізге айты өрсең болады, а? Айты өрсең болады. Еме, не олған заданиелі? Ал секретін задание олчы? Барын бітірдім. Ошо, еме, айтпайсын еме ошоны. Емне не ошоны? Аме айтып отпайым барын, жаза бүттім. Емі конкретін айтпайсым, конкретін. Ошол конкретін заданияны, секретін.
Барын жаза биттим. Кудай мой, Замир, жалдырап атчы, пожалуйста. Убакыты келгенде өзүң деле билип аласың. А мне, сен билесиң мен эмне задание экенин? Ну, как будто ты меня не знаешь. Конечно, билем. На самом деле, мен эчтеке билбейм. Бирок мен эчтеке билбегенимди мен эле билем. Кыялочка, бизде акча таратабызбы? Нет, конечно. Акча тараткан болбойт, бул туура эмес. Таратпайбыз акча. Жалко. Мен былтыр 500 сом алган болчумун. Замир, сен өз тагдырыңды 500 сом сатканга даярсыңбы? Ким, менби? Ооба. Жок, койчу. Мен 500 сом эмес. Сен эгер мындай баасы чыкпай атат да, эгер баасы чыкса мен бир 2000-3000 долларга сатмакмын да. Замир. Замир, жиндоо болчу. Сен 500 сом үчүн кыял менен достугуңду кечесиңби? Менби? Достуктубу? Жок, койчу. Мен 500 сом эмес, где-то бир 300 долларга сатам го. Тамаша, тамаша. Андан да кымбат. А мен акча таратпайм. А эмнеге? Мен урдаган акчам болбосо, 500 сомдон таратып өтсөм, кийин аны мамлекет эки эсе деп чыгарып алат да. Тура айтасың. Негизи мамлекет эмне үчүн чиновниктер чоңдор эле мамлекеттен акча алышат да? Ушул мүмкүнчүлүктү бизге да бериш керек, туурабы? Мисалы үчүн очередь менен биз дагы казынага кирип, кучактап акча алганга мүмкүнчүлүк бериш керек бизге да. Нельзя такое говорить вслух, ты чё? Всё, мен окуп бүттүм. Ладно, давайте. Карачы, окуп бүтүп эле директордун кабинетине кирип кеткен. А эгерде менчи, мисалы, мен окуп бүткөндөн кийин жумуш таппай көчөдө эле жүргөм. Замир, сен окуп атканда эле көчөдө жүрчү элең го, сабакка кирбей. Кабыл айтарсың. Мисалы үчүн кайсы китепти окудуң сен? Эң акыркы окуган. Акыркы жолубу? Неме, көп эле китеп окугам. Мисалы, бир шиңгил жүзүм. Шотто Рустам эле эмеспи? Ошо жазган. Неме, жана коричневый бар го? Эмне дегендер бар эле ичинде? Ичиндеби? Неме, ысык көл. Дагы маляр. Дагыбы? Бүкөнтай. Замир, эл укпасын айланайын. Ал Алыкул Осмоновдун китеби эмне болтус? Шот орусто эле эмеспи? Значит, ты говоришь, он обещает одно и то же и ничего не выполняет. В принципе, зачем ему, если все отлично, менять все, а? Но он же не выполняет свои обещания. Неужели народ этого не видит? Дорогая, народ это прекрасно видит. Они заняты своими делами, и потом зачем им себе настроение портить? Так не может продолжаться. Люди должны требовать выполнения обещаний политиков и не продавать свои голоса. Понимаете? Вот пойди и народу это и скажи. А? Вот и скажу. Давай. Да. Народ, значит. В принципе, а вдруг у него получится? Ну, донести до народа, так сказать. Возбудить народ. А я что, старый циник, и вообще, для меня нет будущего, я не верю ни во что, ни в людей, ни в черта. А вот она верит. Я думаю, у нее получится. И дай бог, чтобы получилось. Здравствуйте. Ну что у тебя, Айнурочка? Вы знаете, за последнюю неделю на семечку и на мороженое 20 тысяч потрачено. Что? Это кто так распорядился? Кто? Вот этот придурок Замир. Замир? А я еще пытаюсь с него человека сделать. На футбол взял его. Да, ну-ка, зови этого. Ну,
Калпля очкарика. Вот лупоглазый. Ну, очкариков хоть мозги есть. Но это как этот, как в море этот осьминог многорукий. Ай. Давай быстренько. $20,000 это не проблема. Но вот если этот глупец даже не может скрыть это, вот это вот большая проблема. Да, Роман Николаевич. Да, Роман Николаевич. Ну что, недоумок, сладкую жизнь себе устроил? Ты что, на мои деньги мороженое решил покупать? Нет, Роман Николаевич, мы же работаем, вот выбор, не выбор. Как-то устали. Ну, хотел настроение поднять, коллектив. Ну да, конечно. Вы глобальные, понимаешь ли, кино снимаете, да? Ага. Лузгаете семечки, едите мороженое и перемываете всем косточки, да? Да. А, нет. Мы новости пропускаем. Иногда. Еще раз. Мои деньги будешь тратить на всякую фигню, я тебя скормлю своим собакам, а потом с него приготовлю хе и съем. Понял? Можешь сразу съесть самого Замира. Айнурочка, нет, людей есть нехорошо. Я же хоть и злой, но я порядочный кореец. Опа. Бул биринчи сигнал. Айнура мени бул жерде жеп тыңгыдай. Эми кичинекей бир махинацияны ойлоп таптыр. Тез аранын ичинде Айнура менен махабатизацияны жасаш керек. О, менин күнүм. Агарган таңым. Менин келечегим. Асмандагы кайкы учкан чабалекейим. Кыз, сенин кандай акың бар бирөөнүн катын окуганга? Бир маданиятың жок немесиң да? Сени көргөндө келечегимди көргөндөй болом. Ой, Замир, уялбайсыңбы? Айланайын. Текиремди турап жазгандагын го, э? Жок, мен муну неме аялыма жазганда. Аялың аты Айнурабы? Ооба. Неме тайнес койгонда Айнура деп, анан мен Айзат деп алгам. Коче, Замир, муну уже, знаешь, подхалимста деп кой. Сен уже Айнурадан коркуп баштаган турбайсыңбы? Же Айнурадан келечегиңди көрүп атасың бе? Жоза, сен менин досумсуң да, туурабы? Жок, сен саткын экенсиң, Замир. Вот честное слово. Эми Айнурадан көрө баштаптырсың да сен эми келечегиңди, э? Жоза, өмүрүмдө бир жолу мындай жүрөгүм жылып, мындай сезимимди бирөөгө тартуулайын деп атсам, күлөсүң да кайра жардам берген орду. Коче, сага окшогондорду? Я не знаю, Омо деп коет. Сүйү келгенимчи да магачы. Вот тоже мне Султан Сулейман. Ты күлкүң келет, сени көрсөм. Алло, ассаламу алейкум. Ким бар? Эч ким жок, как всегда. Как всегда, эч ким жок. Ну ты что себя ведешь, как придурок? Извините, Роман Николаевич, просто мне скучно. Когда людям скучно, вот делают тупые вещи. Не, люди тупые вещи делают, когда они сами тупые. Ты же у меня не такой. Ну да, спасибо. Ну, просто кызыктуу жаңылык жок болот па, Роман Николаевич? Когда вот мы интересные новости никогда не показываем. Чтобы интересные новости показывать, надо что-то, чтобы произошло интересное. А у нас ничего абсолютно не происходит. Ну давайте лучше вот из старого интересную новость поставим. Например, вот Кыргызстан победил Германию. Да? Вот, например, вот новость есть, вот. Экстренная новость. Мы победили Германию, которая объявила о своей полной и безговорочной капитуляции. Чего?
Ну ты горе журналист, ты вообще какой-то... Я не знаю... Ну, я знаю. Извини, конечно, но... Это было 70 лет назад, да. Замир! Ну, я знаю, но может, если вот свежего новости нету, а то уже 70 лет мы никого уже не победили. Ха. Почему не победили? А ты знаешь, да, что мы уже, вот по всем новостям вот говорится, что мы уже как год коррупцией боремся и побеждаем. О, как! А ты говоришь, никого. Замир, все, прекращай. Эмме, Роман Николаевич, Замир, саламаттык туралы бир кызыктуу жаңылык бар экен. Понимаете, да, Роман Николаевич? Илимпоздор ракка каршы дартка дары тапканга жакын калышыптыр. Канчалык жакын калышыптыр? Ну, маалыматка жараша, алардын экспериментине катышкан чычкандардын 80% уже айыгылаштаптыр жетип. Элестет, койчу, ушул да жаңылык. Мисалы үчүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу чычкан сүйүүчүлөр. Эксперименттеги 80% чычкандар айыга баштады дейбизби? Койчу, Роза, ал болбогон эле жаңылыктар. Ну, Роман Николаевич, как ваши дела? Как на личном фронте? Старость! Как у старого человека может дела быть? Скучно, грустно, некому руку пожать, а личный фронт вообще не говори. О, Господи, Роман Николаевич, ну бросьте вы. Какой там ты, какая там старость, Роман Николаевич? Вы еще, ого-го! Розочка, тоже как скажете. Ну, серьезно, Роман Николаевич, знаете что? А? Женщина вас считает очень даже привлекательной. Ну, прям привлекательный. Тоже мне текст и нашелся. Хотя я, между прочим, брутальный в рассвете сил мужчина. Так ты говоришь, привлекательным находят? Да. Я серьезно говорю, кроме шуток. А знаете, Роман Николаевич, я вам больше скажу. Да. Кое-кто здесь считает вас очень даже привлекательным. И кто это? Ну, так сказать, принцесса, эту дамочку как зовут? Ну, в общем, многие, ладно, проехали, многие вас считают. Многие? Роман Николаевич, еще вопрос можно, да? Вот если не секрет, что у вас там с Айнуркой? Ну, с бухгалтершей нашей. Что-что? У нас чисто партнерские деловые отношения. Да? Работа. Значит, вы тоже ничего не знаете, да? Может быть, у вас там реально действительно секретное, да, что-нибудь? Ты сейчас о чем? Что может быть секретного? Работа. Просто знаете, Роман Николаевич, вот эта вот Айнурочка появилась, как Бюрюбасарова ушла же. Появилась она здесь, ходит, ваши какие-то секретные задания, да, выполняет. Ну а коллектив-то за вас переживает, Роман Николаевич. А вдруг она вам голову скружит, да? Ага, ахаляй, махаляй, тоже как скажешь. Я тебе еще раз говорю. Голова у меня, все прекрасно, все на месте. Чисто, чисто по работе. Мы партнеры. Как ты не понимаешь? Ну все, я поняла тогда. Ну, я пойду тогда, да? Ладно, иди, иди. Привлекательный, значит. 5, 4, 3, 2, 1. Эфир башталды. Амида, Розочка. Сен Роман Николаевичтин башынан айтып жүрөсүң. Эми мен сага отчет берет экенмин да, Айнурочка. Сен вообще кимсиң бул жерде айтчы мага? Мен жаңы главный бухгалтермин. А сен болгону секретаршысың. Главный бухгалтер Айнурочка Бүйгүзбөчү Алтыным. Бул жерде сен единственный бухгалтерсиң. Сен эч ким главный эмессиң. Ты такой же главный бухгалтер, как я, директор секретариата, понимаешь? И то мен бул жерде 8 жыл болду секретарша болуп иштегениме. Мен бияқта пультта да отурам, режиссермун дагы, мен бүт барым кылам. Сен кечөө келгенсиң, эртең кетесиң. Это уже не тебе решать. Кстати, запомни, я кечөө выкупил. Это тебе когда-нибудь пригодится. Я печёрный кофе деп кот баленүү. Берсем ичесиң, и то если берсем кутуңбу. Здравствуйте, Роман Николаевич. А, Айнурочка, красавица ты наша, здравствуй. Я что, вот мне как это сказать, ну, вы находите меня, ну, как мужчину, привлекательным? Вы знаете, я об этом вообще не думала насчет вот этого направления.
В смысле направление? Ну, как о мужчине. А что вы тогда обо мне? Как о женщине думали? Нет, ну что вы. Нет, конечно. Но если вы не думали обо мне, как о мужчине, не думали, как о женщине, мне даже страшно подумать, ой, как вы обо мне думаете. Роман Николаевич, вы мой руководитель. Точка. Вот эта розочка, да, что-то наплела, наверное. Да нет, это, ну, я сегодня утром в попыхах не позавтракал, и поэтому всякие голову мысли лезут, внимание обращай. Знаете, надо обязательно позавтракать утром. Это очень полезно. Да, утром надо позавтракать. Если еще поздно возвращаешься домой только к завтраку, ну, чтобы жена не подозрила, и это ревность страшная штука. Роман Николаевич, вы знаете, вот этот отчет я приготовила, посмотрите. А вы уже решили, да? Насчет. Да, решил. Я вообще думаю, за последние 3 месяца, что я сам, наверное, буду руководителем, директором. Да ну, директором, что ли? И буду управлять сам уже. А вот этот Замир и Сали Руслановна, что случится? А что? Ну, в принципе, Алия Руслановна не пропадет. Она еще сильная женщина. Вот Замир этот бедолага, ну, этот придурок, я не знаю, без работы останется. Вот его жалко мне. Ну, ладно, ты по поводу нашего разговора, конечно, не заморачивайся. Как-то Замир мало жалко лукать-то. Был мен ревизия на джейте. О, менің күнім, ағарып атқан таңым. Асманда қайқы құшқан шавал екейім. Мен сені көргенде, келешегімді көргенде болам. Позитивные. Ты что, женат, что ли? Ты дёрнулся. Айнурочка! Ха! Кто тебя так ушатал? Ладно, это Замир. Вот у меня к тебе личный вопрос. Часто тебя называют, ну, привлекательным? Нет. Да. А вот знаешь, меня, по-моему, тут одна девушка влюбилась. Вот. Когда девушка в тебя последний раз влюблялась, ну, как-то она тебе давала знать? Да. Поцеловала губы. Поцеловала губы? Это серьезно. А вот у меня что-то несерьезно, брат, получается. Молодцы.